уважаемые дамы и господа, вот мы закончили наш сеанс массажа, прохлопали человека, простучали, да, и теперь, чтобы не приглашать в душ перед мануальной правкой, нам нужно вытереть масло. И для этого нам обязательно подходит вот такой инструмент, как салфетки. Но всегда есть нюансы. Я видел, что люди их не могут оторвать нормально, там они рвутся, да. Есть всегда тут надрез такой, линия пунктирного надреза, да. Вот одну салфетку для этого держим плотно, а другую не ровно отрываем, да, а вот так вот по диагонали. Раз, видите, она легче отрывается. Раз, легче отрывается. И мануальная терапия делается на сухую с жесткой фиксацией. Можно через салфетку, в принципе, делать. Но они нам сейчас нужны ловить лайфхак для того, чтобы вытереть человека. Значит, берем чистую сторону, видите, без рисунков. Зажимаем уголок вот так и пальцы расширяем, вот, чтобы полностью оно было схвачено. Раз и расширяем. И все те места, где мы работали, например, с ушами, да, все бережно, аккуратно убираем с полной заботой о человеке. Пациент становится лояльным, он понимает, что вы заботитесь о его комфорте, гигиене и уюте. Все, стерли, да? И осталась у нас сторона чистая, которая с рисунком, с принтом, да, этой стороной мы можем вытереть свои руки, да, чтобы долго не бегать и не отвлекаться на мытье рук. Вот у нас такое безотходное получается производство. Далее, соответственно, накрываем человека и переходим к мануальным правкам. Выдох. Вот просто продемонстрируем. Ну, об этом в следующем видеоролике. С вами был Олег Алабгудвин. Не теряйтесь, подписывайтесь на наш канал и обязательно будете получать новые полезные, очень интересные видео. Чик-чик.